Друзья, всем привет из бау-центра. Смотрите, сколько много суккулентов привезли. Сейчас будем смотреть. Вот такие миксы разных кактусов. Стоят они 490. Сейчас разберемся, те верхние или нижние. Смотрим. Поверну я упаковочку. Вот такая упаковка. Десятый горшок, кактус микс. Цена 490 рублей на них. А что-то я не вижу, не трудно. То есть, кстати, хорошая цена, потому что обычно кактусы такого размера, ну, подороже идут. Так, кактусы микс, смотрите, с сухими цветочками по 199 рублей. Это вот такие. Эхинокактусов очень много. Так, эхинокактусы по 205 рублей. Из этой же серии микс Indian Line 279 рублей. Это вот такие малявочки. Эти тоже классные, много их. Ой, ну красота. Просто большой выбор. Так, суккуленты микс. Вот это вот, что вот это вот такое, я не знаю. Что-то мне... Я знала, как он называется, но сейчас посмотрю, если смогу взять. Так. Так, Каланхоя хумилис зебра. 159 рублей всего оно стоит. И достаточно, кстати, редкие встречается. Тем более здесь полностью целая палетка его. Обычно он в миксах там 1-2. А тут смотрите, сколько много. Вот кто любит такие растения, это вам срочно надо приезжать. 230. Вот такие кактусята. Здесь миксы тоже Indian Line. Смотрите, много эхиверии, каланхои здесь в миксах. Что тут еще я вижу? А, вот этот вот забыла. Как называется? Вот еще необычно. Вот этот вообще классный. Такой я где-то видела. По-моему, в Ашане вот такую вот штуку. Сейчас. Ну, пишут везде миксы, поэтому я название не знаю. Вот это точно видела в Ашане. Я один-единственный. Так, такие стоят 229 рублей суккулентики. Так, вот эти кактусы тоже из этой же серии 279. Алоэ, ой, алоэ, каланхоя красная. Вот смотрите, какое у него красные листья. 169 рублей. Вижу эхиверий много, 220. Это вот такие. Так, литовцы, но они, по-моему, не новенькие. 190, вот смотрите. Вот такие. Здесь красивые кактусы с классными колючками. Смотрите, как они изогнуты у них колючки. 399 рублей. Девятый горшок. Так, ну вот эти вот колючие паучки были уже 690, вот они большие. Есть композиции. Композиции красивые, кстати, из эхиверии. Смотрите, тут что-то как наподобие кувшинчика сделано. Классные. Знаете, оформили так в мексиканском таком или в индийском стиле, потому что вот дорожки как вот индийские такие. Красулы. Ну, красивая вот эта композиция. Смотрите, какая, какое украшение. Агава здесь наверху. Так, варигатная. Вот этот необычный кактус вообще.
с шапочкой, с красной. 2090 стоит. А композиция вот эта 990. Их две таких. Что еще из новых миксов? По 369 вот такие. Эхиверии, толстянки, каланхоя здесь есть. Вот это, кстати, по-моему, каланхоя оленьи рожки, что ли. Вот, смотрите. Да, это оленьи рожки. Только оно с красными этими окантовочками. Есть просто зеленое, а это вот красненькое. Тоже прикольное. Редко тоже встречается. Ну и вот эти каланхои войлочные такие, бархатные листики, тоже не часто завозят. 369. Большие хинокактусы крашеные. 590 рублей. Зачем их покрасили, не знаю, в честь какого праздника. В общем, надеюсь, они отмоются и будет растение дышать нормально. Эуфорбии по 390. Это вот такие. Не сильно много листов на них, конечно, но это дело такое. Домой попадут и сразу опушатся. Тоже не очень дорого. Вообще эуфорбии дорогие. Здесь еще такая нормальная цена. По-моему, гастерии вот эти, да? Или алоэ. Ой, сейчас посмотрю. Алоэ варигатная. Пятый горшок. Сейчас будем с другой стороны смотреть. Здесь потихонечку все расставляют, поэтому не на все еще может быть цена. Хотя бы посмотрим, вы будете в курсе, что здесь есть. Зачем бежать срочно. Так, суккуленты микс, опять же, такие же, с эхивериями 369 и с каланхоя. Опунция. Опунция 329 рублей. Такие волосатики и лысые. Так, лысые, кстати, нет цены, большие вот, которые колючки не кидают. Много сансивьерии. Вот пургрин, я там вижу еще палеточку пестрых, сейчас дойдем до нее, покажу. 790 рублей вот такие. Классненькие. У меня уже у грин дала уже и вторую деточку. Солнце на нее хорошо повлияло на балконе. Так, сансивьерия большая, трехполосная, 1650 рублей. Ну, обычная зеланика. И другая вот эта вот варигатная, все время забываю название, Лауренти, 1420 рублей. Привезли еще очень много мухоловочек, вот по 490 рублей. Сейчас снимала и опять смотрю, камера выключилась, а я уже тут наболтала минут на 5. Вот сейчас переснимаю мухоловочки и смотрите, сансивьерии какие привезли. Diamond, темные, Dark Diamond. Тоже цену пока я не знаю, буду узнавать, я надеюсь, не забуду и узнаю, возможно, даже куплю, если она не очень дорого будет, то я себе заберу, у меня такой нет. Так, что еще здесь есть? Есть здесь толстянки красивые, тоже свеженькие, цены пока на них тоже нет. И очень классные привезли сансивьерии в миксах, вот смотрите, какие маленькие горшки, пятые. Вроде бы я смотрела, там пятый был. Вот такие. Ну вот эти вообще просто красота. Красота, красотень. Так, сюда сейчас занырнем. Посмотрим эхиверии крашеные. 390 рублей. Это тоже новенькие. И хотела я посмотреть, сколько стоит вот такой цветочек. Ну, нету пока. Пока нету цены. Но тоже это все свежее, целая палеточка пришла. Вот таких вообще несколько палет. 3 или 4 палетки больших с каланхоей и с эхиверией.
Вот еще красивые свои цветочки тут у него. Агава. Агава 1350. Ну, где-то агава в другом месте стоит. Вот видите, сколько растений еще не расставлено. Вот. И сансивьерия цилиндрик здесь 790. Ну, они были вот такие вот. Были. И сейчас покажу другую палеточку. Подкрадусь, посмотрю. Вот еще палеточки кактусов не расставленных. Маленькие. 225 малявки. Ну и тут вот есть вот такого цвета, а есть вот еще какой. То есть они разные. Это каланхоя хумили зебра, а это, ну, тоже зебра написано, но они отличаются, конечно. Ну и там еще очень много толстянок, опять же, сансивьерия Black Diamond, Golden Flame, ну и много эхиверий в мехцах. И здесь еще тоже, в общем, много всего. И внизу в самом хризантемке. Беленькие. И вот смотрите, какие классные. Это уже не по теме кактусов, но их еще тоже не расставили, я их не показывала. Ну вот и все, друзья. Тут пока все ставят, расставляют. Вот такой ассортимент. Так что, если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.